Где сильный свет, там и тень. Азиз – один из близких друзей Джамаля. Когда Джамаля нет, он руководит делами. Если скажете, что в этом сценарии есть эти действия, она готова выполнить. Все как договаривались? Как договаривались. Хорошо, будьте здоровы. Если буду нужен, обращайтесь. Туда мы не родственников навещать едем, а работать. Если вам неудобно, можете прихватить с собой своего парня. Вы вообще в своем уме? Ладно, привези. Угу. Если подойдет, то возьмем ее на работу. Я говорил, не лезь в эти дела. На что он рассчитывал? Черный кофе. Придешь в себя. Спасибо. Ну? И кто же тебя уговорил остаться? Опять эта девушка? Можно и так сказать. Послушай, дружище. Не дай ей тебя на крючок посадить. А то трудно будет. Так же, как Самира тебя на крючок посадила. Да пошутил, дружище. Ты же тоже шутишь? Ты так не шути. Если сестра услышит, знаешь, что будет? Что будет? Мировая война. Слушай, зачем тянуть? Сыграйте свадьбу. Сколько еще будешь ходить? Тебя не хватало, кто не умничал на эту тему. А что такого? Она недавно отца своего потеряла. Ах, да. Прости, забыл. Вместо того, чтобы умничать, ты сам женись давай. У тебя нет никаких проблем. Самая большая проблема у меня, дружище. Сардор, я еще Самиру не познакомил с родственниками. Тогда дай бог терпения тебе. Дружище, я ухожу, а через час вернусь. Угу, хорошо. Эх, дружище, дружище. О, боже, что за мужики пошли за телефон хватаются? Вы больше не разговаривайте с ним. Если он мужчина, сам мне позвонит. А если смелый, то попросит у вас прощения. Может, не надо? Сестра, вы определитесь уже, в конце концов. Не понять вас. Раз ты начал, терпи до конца. Как же красиво тут. Прекрасно, да? Здесь будет сниматься ролик. Да, здесь. А где я буду переодеваться? Ну, а ты можешь вон там переодеться.
Что? Вы в своем уме? Что я там буду менять одежду? А что, что-то случится с тобой? Серьезно? Вы шутите? Я не буду там менять одежду. Шучу. Сейчас спецмашина приедет. Пошутил он. Диора, позвони группе. Скоро приедут. Да, сейчас позвоню. Как вы взяли разрешение у Шахриора? Сказала, что поеду к бабушке. Неплохо. Вы умеете обманывать. Ладно, я пошла звонить. Говоришь, что боишься мужчин, а сама выставляешь себя на показ, да еще и в таком виде, идиотина. Эй, послушай, у меня хватит силы еще ставить на место таких, как ты, поняла меня? А с тобой я разберусь дома, поняла? Язык стал длинным. Все будет хорошо. Как можно быть таким наивным? Диора, вы позвонили? Да, не могу дозвониться. У меня связи нет. Вот, с моего попробуйте. Хорошо. Ну, а пока мы подготовимся. Что будем делать? Нет надобности готовиться. Просто не хочу опозориться перед группой. Диора, я скажу Самире, что будем готовиться к фотосессии. Конечно, вначале она откажется. Я скажу, что это наша работа, и мы профессионалы. А вы возьмете мой телефон с предлогом позвонить рабочей группе. И, отойдя, будете делать вид, что звоните. А я тут буду готовиться с Самирой. Скажу, что эти действия будут в нашем фестивале. И когда она будет спиной к вам, вы снимете все на фото и видео. И вот, в конце концов, наш план сработает. Бери, Зухра. 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 Да хватит уже, Зухра. От этого время не вернуть назад. Или ты так успокаиваешься?
человек должен уметь держать себя в руках. Это даже Господу не понравится. О, Боже. Я ведь рядом с тобой, Зухра. Даже когда другие покинут тебя, я буду рядом. Ну все, хватит тут лить слезы. Все. Ой, прости, я немного взбесился. Зухра, это, заботясь о тебе, так произошло. Не обижайся, хорошо? Абу Сулайманович, Абу Сулайманович, их машина сломалась. Сегодня не могут приехать. Машина сломалась? Да. Это всегда так, когда дело до нас доходит? Не знаю. Диора. Вы раньше не могли это уточнить? Не утруждая людей. Откуда мы знали? Я устала. Устала, что ли? Идите, привезите машину. Как привезем машину? Как пришли сюда, так и уйдем. Жалко, я столько времени потеряла. Кто знал? Надо было разузнать сначала. Самира? Самира! Стой! Достан. 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 Достан?
Этот не звонил больше? Весь день звонил. На мой телефон только он звонит. Не решился, значит, приехать? Он сам должен отвечать за свои поступки. Тогда, может, глаза откроются. Мне без разницы. Что случилось? Вот теперь вы похожи на себя. Вместо того, чтобы умничать, ты лучше познакомь меня с невесткой. Что уф? Что уф? Или есть что скрывать? Все. Отменяем все. Завтра же с ней познакомишь. Уехала к бабушке в деревню. Завтра никак невозможно. Это тот Надыр, которого я знал. Если и так не сможешь сбежать, то ты идиот. Иду уже, сейчас. Алло. Сбежал, значит? Сбежал. Теперь ни минуты не дам покоя тебе. Ни минуты спокойно не поспишь. Зачем мне покой? Мне нужна месть. Месть. А для этого ты мне поможешь. Ази. Кто? Я.
Ты идешь? Кто? Да я это. Открывай. Ой, опа. Что это такое? Опять выпили, сестра. Ази. Идемте, идемте. Ази, ты прости меня, ладно? Я простила вас, сестра. Прости. Я очень много раз тебя оскорбляла. Ты не в обиде на меня? Нет, нет, я не в обиде. Идемте домой. Идем. Домой зайдем. Идемте. Я простила вас. Вы опять начали пить, да? Я больше себя никогда не обижу, хорошо? Алло. Алло, Айзаке. Слушаю. Прошу прощения, сегодня я не смог подъехать. Были причины. Достон. Достон меня поймал. Походу, он узнал, что я ушел из стаи, и на след мой вышел. Он поймал меня. Достон знает, что мы с тобой общались? Нет, нет, не знает. Что ты хочешь сделать? Найду время с вами встретиться. Не верьте Достону. Он под приказом Джамаля ходит. Выполняет приказы Джамаля. Алло. Алло. Зухра, что ты делаешь столько времени? Еще долго ждать? Все, все, уже выхожу. Ну хорошо, жду. Ты что, прилетела? Даже не заметил. Напугала, да? Да, не ожидал. Вот теперь я узнаю эту Зухру. Сардораке? Да. Я подумала над этим предложением. Хорошо. Огромное спасибо тебе. За то, что не оставил меня одну в трудную минуту. Угу. Опять начинаешь? Я не была готова к таким ударам от жизни, поэтому я очень сильно растерялась. Ты прости меня. Я сильно утруждала тебя. Может, я и не прав, но жизнь прекрасна неожиданными моментами. И человек многому учится. Если б знали, что произойдет в будущем, жить неинтересно станет. Да, правда. Завтра мы с тобой поедем в наш офис. Нашел тебе работу по твоей профессии. Хорошо? Зачем? Ты ведь сказала, что было сложно тебе. К тому же будет хорошая практика для тебя. Вот так. Это самое... Сардораке, я не смогу работать. Если я там начну работать, меня сразу же отчислят с учебы. И поэтому... Почему отчислит? Лучше я закончу учебу и сама скажу, когда нужно. И сама дам тебе знать, когда найти работу. А, хорошо. Договорились. Просто хотел, чтоб тебе лучше было. Спасибо, Сардораке. Знаешь, почему я люблю тебя?
потому что ты не похож на других. Добрый, отзывчивый. Поэтому я люблю. Будь всегда таким. Эй, слушай. Желудок уже визжит. Может, что-нибудь сделаем? Что ты так спешишь? Я уже заказал шашлыки. Сейчас привезут. Что ты такой нетерпеливый? Да доставщик очень медленный. Я бы посмотрел на тебя, когда ты целый день только два яблока съешь. Желудок жужжит уже. Эй, что ты натворил вообще, а? Ни днем, ни ночью покоя нет. Даже на человека не похож уже. Да тебе какое дело? И вообще, зачем спрашиваешь? Лучше я тебе покажу результат, как ты просил. Вот тогда и узнаешь, что я начал. Засунь свой результат знаешь куда. Эй, ты не помри, гоняясь за результатом. Эй, слушай, языком не мели, а то будешь на мели. Ты на себя лучше посмотри. С тобой или с той дверью разговаривать одно и то же. И аппетит тоже испортил мне. Иди сам кушай. Ого, что ты ноешь? Документы, которые вы просили. Сардор не приехал? Нет. Что случилось? Что это? Нет, ничего. Просто новую работницу сказал, привезет. Не понял. Какая работница? Обычный работник. Бухгалтер. Заново переделай. Везде ошибки. Иди. Хорошо. Алло, Шахрёраке? Как вы? А я пораньше вернулась. Ты